Здравствуйте, друзья! С вами компания Look Freedom. И вы будете смеяться, но сегодня мы вновь делаем обзор. Уже мы сбились со счету в который раз. Мы делаем обзор на один и тот же лохотрон, который просто меняет свои названия, меняет домены и продолжает шествовать по сети, обманывая простых пользователей, которые верят, что на домашнем интернете можно заработать от 30 тысяч рублей в день именно с этим проектом. Этот лохотрон уже назывался Money Prime, Money Times, Money Smile, Money Likes и еще сколько-то было его названий. Сейчас он фигурирует под названием Money Brills. Итак, все та же история о купле-продаже интернет-трафика, все те же картинки, все те же объяснялки по поводу способа заработка. Только единственное, что хотим сказать, все по-прежнему остается ложью. Все вранье, поэтому, собственно говоря, читать здесь мы ничего не будем, а сразу перейдем к тому, как же здесь обманывают. Итак, для того, чтобы пройти на платформу, нужно придумать логин на текущую сессию, нажать кнопку и далее следовать подсказкам платформы. Обратите внимание, мы не будем ничего писать здесь, то есть не будем ничего придумывать и сразу нажимаем на кнопку «Оценить интернет-трафик». Систему все устроило, нас не тормознули, нас пропустили дальше, и вот якобы идет оценка интернет-трафика. Несколько секунд осталось до завершения, и в итоге нам должны показать, сколько нам найдут покупателей трафика и каков будет наш потенциальный доход. Итак, покупатели подобрали 481 502 сайта, и потенциальный доход обозначили в 37 тысяч рублей. Нажимаем на кнопку «Продать интернет-трафик». Вновь начинается какой-то процесс. Нас хотят уверить в том, что здесь что-то происходит, что происходят какие-то переходы на сайты покупателей трафика. Кстати, пока у нас есть время, покажем вам, что кроме названия лохотрона постоянно меняется еще... Вот здесь ОАО Embrills Group. Здесь постоянно, в зависимости от того, как называется сам лохотрон, постоянно меняют вот это вот фиктивное ОАО, которое якобы представляет этот проект. И здесь постоянно остается один и тот же адрес, несуществующий. И, естественно, здесь вот еще, что интересно в комментариях, в какой бы день вы ни зашли, постоянно вам будут показывать, что комментарии оставлены именно тем числом, когда вы находитесь на сайте. Ну вот, собственно, работа, лжеработа, вернее, завершилась. Мы якобы заработали 37 459 рублей. И для того, чтобы вывести средства, нам нужно оплатить услуги платформы. То есть для начала здесь просят 75 рублей всего, но это просто для затравочки, так сказать. 75 рублей никому не жалко, и поэтому люди, надеясь на какой-то авось, платят эти 75 рублей. И им невдомек, что для них приготовили еще целых 15 ступеней развода. И в итоге люди тратят здесь достаточно приличные деньги, а мошенник здесь заработал уже не 1 миллион рублей. И тем не менее люди продолжают ему верить, продолжают добровольно отдавать свои деньги. Поэтому, пожалуйста, запомните, Money Brills, купля-продажа интернет-трафика, это лохотрон, причем очень наглый, который обирает людей уже в течение почти 2 месяцев. Ни в коем случае не доверяйте и не тратьте здесь свои деньги. Вы можете перейти на нашем сайте в рубрику «С сомнительными методами» и ознакомиться вот с этим вот обзором на лохотрон. И также здесь вы увидите все обзоры, которые делались на этот лохотрон, когда он менял свои названия. Ну а если вас интересует проверенный заработок, то, пожалуйста, проходите в рубрику «С проверенными методами» и выбирайте любую методику. У нас, кстати, появилось очень много новых методик, поэтому здесь есть что почитать. Пожалуйста, проходите и знакомьтесь. Также мы приглашаем вас подписаться на наш канал на YouTube, на нашу новостную рассылку и вступить в нашу группу ВКонтакте. Так вы будете в курсе всех новостей на тему онлайн-заработков. А для того, чтобы перейти на наш сайт, сразу под видео нажмите на любую из кликабельных ссылочек. Если вам было полезно данное видео, не забывайте ставить лайки. А на сегодня все. Всего доброго.